Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бисимбаев, аналитик международной брокерской группы Tikmill. Представляю вашему вниманию свой традиционный обзор по техническому анализу отдельных валютных пар. Сегодня понедельник, 18 мая. Евро все еще находится в состоянии флэта, но, судя по всему, он подходит к концу и впереди ожидается возобновление роста. Британский фунт, напротив, продолжил падать, тем самым нарушив прогноз предыдущего обзора. Это дает сигнал на продолжение снижения, но его пределы, вероятно, ограничены. Также пара с японской иеной, которая взяла паузу в своем росте и находится в состоянии флэта, выход из которого определит дальнейшие перспективы. Основной сценарий в этой паре пока сохраняется восходящим. Итак, евро продолжает консолидироваться в ранее образованном диапазоне между сопротивлением на уровне 1.0885 и поддержкой на 1.0784. Позитивный настрой и ожидание скорого разворота пока сохраняется, поскольку достаточно сильная реакция на уровень поддержки, который был уже трижды протестирован, показывает достаточную силу покупателей. При этом середина диапазона на 1.0830 является ключевым моментом развития восходящего движения. При закреплении выше этой отметки цена сможет развить импульс в направлении ближайших уровней на 1.0926 с потенциальным проходом до 1.0987. Поэтому сценарий на рост остается приоритетным, по крайней мере до тех пор, пока пара уверенно держится выше текущей поддержки на 1.0784. Это ключевой уровень, определяющий дальнейшее направление котировок, и преодоление этого уровня даст сигнал на отмену основного сценария. В свою очередь, снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 1.0754 даст уверенный сигнал на нисходящее движение. Британский фунт продолжил свое снижение вопреки ожиданиям и опустился ниже разворотного уровня на 1.2208, уверенно закрепившись ниже. Это дает основание для предположения о том, что нисходящее движение еще может продолжиться. Однако пределы этого снижения, вероятно, ограничены, поскольку пару ждет впереди достаточно серьезная поддержка на круглом уровне в районе 1.2006. Это окончательный и важный уровень, который является рубежом, отделяющим восходящую тенденцию от нисходящей. Способность покупателей удержать цену выше этого уровня ожидаемо приведет к развороту и возобновлению восходящего тренда старшего порядка и даст сигнал на окончание коррекции. Первыми целями при росте в этом случае станут ближайшие уровни сопротивления в диапазоне от 1.2208 до 1.2287. Отмена данного сценария состоится при снижении и закреплении ниже уровня 1.2006, который также выступает и разворотным. Ну а по японской иене с момента прошедшего обзора также больших изменений не произошло. Пара, нащупав поддержку чуть выше уровня 106.70, начала консолидироваться. Верхний предел диапазона оказался немного выше уровня сопротивления на 107.25, где и находится в настоящий момент. В целом это позволяет оставить прежний приоритет на восходящее движение, и после окончания флэта цена, вероятно, продолжит расти. Сейчас котировки торгуются стабильно выше текущего уровня поддержки на 106.96. И ориентир на рост останется в силе, пока данная обстановка сохраняется. Не исключен ретест этого уровня, и в случае отбоя от него цена направится к локальным максимумам в районе 107.81 с потенциальным проходом до 108.08. Отмена данного сценария и смена приоритета на нисходящий состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 106.70. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Tikmill. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.